Милые женщины, пожалуйста, поторопитесь, если вам эти серьги понравились. У нас их остается все меньше и меньше. Итак, давайте разбираться, что же это такое. Это нежнейшие серьги, даже с таким же названием «Нежное объятие». Серебро 925 пробы в позолоте, красное золото, ваше любимое. И более того, это еще к тому же и жемчуг. Я хочу дотронуться до этих жемчужин, ощутить их нежность. Давайте с вами сейчас посмотрим на, собственно, диаметр этой жемчужины. Вот эту сейчас нарядную, крупную мы измерим. Так-так, ну, собственно, здесь это видно невооруженным глазом. Диаметр этой жемчужины порядка 1,2 сантиметра. А, милые женщины, знаете, что я хочу вам сообщить? Хочу сообщить вам, что жемчуг размерами 1,1 сантиметра и больше называется гипержемчугом, то есть очень большим, практически огромным. И обладать такой жемчужиной мечтает каждая женщина. Уж поверьте, жемчуг успел свести с ума женщин за эти тысячелетия, что человечество с ним знакомо уже миллионы раз. Я вам могу сказать, что особенно римлянки ценили этот камень. И многие модницы, разумеется, знатные, потому что жемчуг — это признак благородства и богатства. Так вот, многие римские модницы в своих ушах носили целое состояние. Ну что ж, хотите почувствовать себя римской модницей, знатной дамой вечного города? Вот вам предложение от Shop & Show. Менее чем за 1500 вы получаете необычнейший дизайн. То есть, с одной стороны, классика, а с другой стороны, знаете, в чем необычность этих сережек? Я вам сейчас продемонстрирую. В вашем ушке она может смотреться так, эта сережка, а может смотреться и прямо противоположно, вот так. Вы же сами можете решать, как носить. Вот, допустим, вы можете носить жемчужины к лицу, либо наоборот, жемчужины от лица, чтобы к лицу вот эта вот аккуратная золотая лапка была ближе. Это очень здорово, по крайней мере для меня. Кто-то сейчас подумает, это какая-то мелочь. Нет, дорогие женщины, а вы представьте, вы приобретаете одну пару сережек, а получаете практически две, потому что вы можете варьировать посадочку этих сережек у себя в ушах. Это очень важно. И вот именно вы, милая телезрительница, вы, кто любит играть, скажем так, экспериментировать со своими ювелирными изделиями, вы меня сейчас понимаете. И уже звоните, и уже делаете свой выбор. Посмотрите, Ксения предпочла надеть серьги жемчужины наружу, то есть вот эта вот золоченая лапка, которая держит жемчуг в нежных объятиях, ближе к ее овалу лица. Можно носить так, а завтра у вас поменялось настроение, или к вечеру поменялось настроение, потому что вы с работы идете на какое-нибудь торжественное мероприятие, на встречу с подругами, может быть, на свидание. Вы просто поменяли сережки местами, и уж поверьте, они заиграют по-новому. Вам скажет, в принципе, любой стилист, что очень важно, какой стороной металлической, то есть позолоченной, или каменной, то есть жемчужной, сидит сережка к лицу. Это действительно меняет оттенок кожи, овал лица, подчеркивает определенные черты, скулы, либо наоборот убирает их. Вот такие вот крупные роскошные серьги, очень достойные по весу, вы получаете по цене менее 1500. Вот наша проба, это серебро позолоченное, серебро 925 пробы, высший для ювелирных изделий. Украсьте себя, милые женщины, великолепной крупной сережкой, жемчугом. Посмотрите, сейчас мы вам демонстрируем как раз-таки жемчугом внутрь, для того, чтобы вы могли представлять, как эти серьги будут смотреться, как по-разному они будут выглядеть у вас на лице, у вас в ушах. Для меня это очень важно. Если вы тоже цените, скажем так, многогранность ювелирного изделия, то, безусловно, серьги — нежные объятия для вас.